Герой нового выпуска программы «Белорусы» – гончар не только по профессии, но и по душе. Гончар – это не только тот, кто делает горшки, обжигает в горне. Это еще и космология понимания жизни. Почему вот эти занятия проводятся? Свободно, понимаете? Они приезжают сюда отдыхать. Если человеку сказать, ребенку сказать, что приезжать сюда что-то сделать, усковывается. А он приехал отдыхать, и здесь ему все хвалят. Процесс затягивает не только детей, но и взрослых. А если не поднимать? Поднимается. А сейчас скользнет. Все. Вот, понимаете? Готово. Но это было непросто. В новом выпуске проекта «Белорусы» гончар Сергей Нагаев. Земля сама магическая и целительная. Она живая. Если бы земля не была бы живой, на ней бы ничего не росло. Смотрите в пятницу только на нашем канале.